Я думаю... Нет, я даже знаю. Среди вас много любителей Майнкрафта. Не так ли? А вы слышали про Эстрадиакщину? Тогда есть видос для вас. Посмотри его до конца. Пожалуйста. Будет очень важная инфа. Мистер Диоксид – популярный летсплейщик по Майнкрафту, имеющий почти 1 000 000 подписчиков. Диоксид – химическое соединение, в котором один атом какого-нибудь элемента соединен с 2 атомами кислорода. Почему Диоксид выбрал его для никнейма, пока не прокомментировал. Наши подписчики составили топ самых топовых сериалов Мистера Диоксида. Объявляю всем благодарность. Ну что, поехали. Отель — сериал, который замыкает пятерку лучших. Лично я его смотрел через раз, так что особо много не поведаю. Отель — продолжение сериала «Ферма». По окончанию «Фермы» Диоксиду пришлось бежать из страны с Кристиной. Они занялись новым отелем. Ему пришлось отремонтировать старый отель, продавать продукты на рынке, строить комнаты и так далее. К сожалению, к ничему хорошему это не привело. Семья его предала, а сам Диоксид попал в тюрьму. Отель и парк динозавров имел одинаковое количество голосов. Но парк мне понравился больше, поэтому я решил разместить его на 4 месте. Парк динозавров — новый и, как я помню, не очень длинный сериал. Также его называют «Остров динозавров». Зиксик бросил свою жену-истеричку и уехал за своей мечтой. И скажу, что он смог встретить динозавров, найти яйца динозавров. Почетную тройку лидеров замыкает сериал «Бандиты». Диоксид создал свою бандитскую группировку с помощью Луиса. Назвать банду помогали подписчики, целых 9000 вариаций. И выбрали Shadow Wolf. Ну а что касается сюжета, то веселья полно. Они занимались разнообразными бандитскими делами. Воевали с гетто, мафией, были в засаде, ждали миллионера. Много ограблений, в том числе полицейских. Как по мне, лучше вам самим посмотреть его. Тюрьма. Продолжение отеля. Диоксид – зэк, проживающий тюремные будни. К нему неоднократно приходил Кирюша. Диоксид качался, участвовал в батле, роял мыло. В итоге сбежали. Также хочу напомнить про тюрьму 2.0. Так долго ждали. Как вы помните, мы, черт возьми, свалили с того города, оставив нашу семью, можно сказать, на Хеннесси. Он пообещал, что за ними присмотрит. Я надеюсь, это и впрямь будет так. А мы с вами, да, прибыли сюда, в ту самую тюрьму, в которой мы были, в которой мы чалились. И тут произошло что-то странное. Не знаю, что, друзья, наверное, это нам и предстоит узнать. Нам предстоит также найти Кирюшу, который отправился за нами сюда, в эту самую тюрьму. Ой, я чувствую, это будет интересно. Ну а перед тем, пока перейти к тому, кто занял первое место, хочу упомянуть ресторан, который тоже достоин внимания. В процессе этого сериала Диоксид наготовил много разных вкусняшек, так что рекомендую его также посмотреть, если ничего не смотрели. Ну и первое почетное место занимает тот сериал, с которого я начинал смотреть данного летсплейщика. Зомби Апокалипсис. Лайкос, если так же.
На первом сезоне он тренировался в оформлении роликов, постепенно переходил от превьюшек, созданных по туториалу, к таким, которые мы видим сейчас. Хотя теперь-то для надписей, как по мне, не хватает. Первый сезон тогда еще шел как разновидность выживания с модами. Данный сезон был очень долгий. Начал его смотреть, то есть Диоксида, со второго сезона. Тогда он еще и закончиться не успел. Диоксид тогда еще попал в огромный город, где происходили его приключения. Во втором сезоне он попадает в автокатастрофу. Потом встречает Леху. Первая цель Диоксида – добраться до города. Позже они спускаются в метро, кто-то им дает задание, идут в парк, там его заразили и их выгнали оттуда. В самом конце Диоксид улетает в город третьего сезона, куда берет только АВП и Глок. Там находит базу выживших. Там он находит парня. Далее идет на поиски его бати. В конце взорвал там. По четвертый сезон можно рассказать то, что он, то есть Диоксид, выбрался из дамбы. Был у него только один нож и один патрон для дробовика. Тогда его чуть не пострелил Леха. Одна винтовка была на предохранителе. В конце какой-то ученый запустил ядерные ракеты. Ну, короче, где-то так. Далее был еще один такой якобы сезон, то есть там зомби-апокалипсис был в стилистике арены. Опять же, там ничего такого интересного рассказать не могу. Ну и в конце концов, пятый сезон, или если его считать вместе с ареной, шестой сезон, является зомби-апокалипсисом с нуля. То есть тут уже Диоксид создает свой Т-вирус, который должен был уничтожать клетки рака. Но что-то пошло не так, и люди начали умирать. Как мы позже поняли, они, скорее всего, начали превращаться в зомби. Когда он выбрался, судя по всему, из тюрьмы, ну, как-никак мне пишут, хотя я что-то вот тюрьму там не видел. Само собой, как я помню, он встретил парня. У того оружие было на предохранителе. Это вообще момент топовый, самый прикольный. И они в данный момент помогают военным. Разносят всех зомби к чертям. Ну, конечно, спасибо за просмотр. Хочу вам рассказать одну важную вещь. В последнее время у меня начало падать удержание аудитории. То есть, не все досматривают ролики до конца. Само собой, это плохо сказывается на оптимизации ролика, в том числе попадании его в рекомендации. И кроме того, меньшему количеству моих подписчиков высылается уведомление. Сейчас этот коэффициент еще маленький, потому что у вас слабый активность. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, досматривайте ролики до конца. Обязательно, если еще не подписались, то подпишитесь. Надеюсь на вашу помощь. Надеюсь, что вам ролик данный понравился. Всем пока.